Из Адлера состав будет отправляться в 6:10, прибывать в Краснодар в 11:05. Дополнительный электропоезд рассчитан на тех пассажиров, кто рассчитывает сделать все свои дела в краевом центре на протяжении рабочего дня и вечером вернуться домой, в Сочи. В обратном направлении «Ласточка» выезжает в 18:30. Обслуживать новый рейс будет только один состав «Ласточки» из 5 вагонов.